что мы начали не просто лекцию, а наш воркшоп, как говорят, мастер-класс, предлагаю делать некоторые медитативные упражнения. Сейчас мы сделаем первое. Успокаиваемся. И первое упражнение, которое лежит в духе всей нашей конференции, я попрошу сделать 3 осознанных вдоха и выдоха. Если кто-то знает, что такое ваджное дыхание или йоговское дыхание, это когда мы делаем вдох и выдох со сжатой голосовой щелью через нос. Прошу так сделать. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще один глубокий вдох. И глубокий выдох. И еще раз, еще с большим концентрированным вниманием глубокий вдох. И глубокий выдох. И сейчас прошу тебя закрыть глаза. И мы сделаем первое небольшое медитативное упражнение. Это просто самонаблюдение. Закрой, пожалуйста, глаза, кто еще не успел закрыть. И простое самонаблюдение. Каково твое состояние сейчас? Что чувствует твое тело? Может быть, есть какие-то дискомфорты в нем? Какие-то напряжения? А может быть, все совершенно в порядке? И перенеси, пожалуйста, внимание на свою эмоционально-энергетическую сферу. Какое у тебя сейчас настроение? Каков уровень жизненной энергии? То, что называют праной или ци. Просто без оценок. Заметь это. Дай этому отчет. И каково состояние твоего ума? Какие-то беспокоящие мысли? Какие-то переживания от прошлых событий, лекций, мысли о будущем. Просто опять-таки отдай этому отчет. И теперь оцени, пожалуйста, интегрально, каково твое состояние на данный момент. Это важно, мы это потом поиспользуем. Замечательно. Подводим оценку этому интегральному состоянию на данный момент. И сейчас возвращаемся в эту аудиторию из своего внутреннего состояния. Открой, пожалуйста, глаза. И, наконец, познакомимся. Меня зовут Григорий Ковалев. Владимир Майков, благодаря которому я здесь сегодня, дает мне такую экстравагантную характеристику. Я бизнесмен и духовный искатель. Действительно, несколько неординарное сочетание терминов, но так бывает. Действительно, 30 лет назад я начал свою деловую практику, будучи абсолютным закоренелым материалистом. Примерно 20 лет назад, вдруг, как говорят, случайно, не случайно, я попал в разного рода сначала дыхательные практики, и сначала начинал с того самого любимого многими, я думаю, холотропного дыхания. А потом открылось огромное-огромное поле других духовных школ и течений, которыми я стал потом заниматься. Хочу теперь сказать коротко о вас. Я правда очень рад видеть таких людей, которые ходят на разного рода семинары и тренинги. Это совсем не так очевидно, это совсем не нужно. Вот в обычной нашей материальной жизни это кажется чем-то таким вот
чуть ли не маленьким подвигом. Ведь проще было сидеть там у телевизора или заниматься какой-то суетой, болтовнёй, бытовой, которой всегда у всех у нас хватает. Я с большим уважением отношусь к людям, которые выделяют периоды своей жизни для того, чтобы действительно пойти и чем-то позаниматься, поискать, как себя можно развить. Поэтому, исходя из вот такого моего восприятия вас сейчас, я сегодня проведу вот этот очень-очень короткий период времени. Правда, много чего мне хотелось бы рассказать, но я буду очень-очень сжато, очень короткими тезисами говорить те вещи, которые по согласованию с Владимиром Майковым мы договорились, что я смогу здесь донести. И повторюсь, что я предполагаю не только интеллектуальную лекцию, а что во время нашего воркшопа я предложу сделать несколько медитативных упражнений, которые, я надеюсь, даже за этот короткий период времени создадут для тебя определенную ценность. Просто прошу к этому отнестись искренне, они будут абсолютно легкие и безопасны, и, возможно, ты увидишь, какой это будет иметь соответствующий результат. Итак, что такое развитие сознания в бизнесе? Самая интересная такая тема. А что такое вообще бизнес? Я прошу дать мне пару таких аллегорий, коннотаций, которые ассоциируются со словом бизнес. Что это такое? Развивающая игра. Игра, допустим. Развивающая игра, допустим. Монополия, да? Нет. Что-то еще? Это процесс, приносящий деньги, собственно. Процесс, приносящий деньги, приносящий деньги, допустим. Работа. Свое дело. Свое дело. Собственный аватар. Собственный аватар. Интересно. Еще что-то? Как искусство. Ну что, по сути, в нашем социуме, что обычно об этом говорят? Что такое бизнесмен? Служение народу. Да ладно, за шутку спасибо, но все-таки это шутка. Хорошо. Бизнесмен хочет заработать деньги. Хорошо, бизнесмен хочет заработать деньги, значит, бизнес, по сути, это зарабатывание денег. Да, да. Скорее всего, верно. Хотя я сначала призову... Кстати, да, мне интересно, сколько в зале людей, кто считает себя бизнесменом? Прошу поднять руку. Вау! Спасибо, правда, так много, я не ожидал. Но, тем не менее, я сначала предложу поговорить об этой теме, исходя из более широкого понимания того, что такое бизнес. От английского too busy – это быть занятым, суетливым, деловым. Это не только зарабатывание денег. Как вот именно в предпринимательстве. Я предлагаю разграничить понятие наша деятельность социальная, которая не только связана с обслуживанием самого себя, там зубы почистить, покушать, там помыться, да, а то, что мы часто в течение дня, находясь там в какой-то профессиональной деятельности, кто-то ходит на работу в какой-то должности, кто-то занимается фрилансом и, соответственно, действует там каким-то образом. Это не обязательно предпринимательство, то есть управление какой-то компанией с ответственностью за результаты ее деятельности. Так вот, о бизнесе в узком понимании чуть-чуть попозже, сначала в широком смысле. Может ли эта деятельность быть источником духовной практики? Да, конечно. Да, конечно. Честно. Подними, пожалуйста, руку, если ты считаешь, что в процессе своей деятельности ты действительно делаешь все время практику. Спасибо, несколько рук есть, но я бы поставил под сомнение, что у всех это идеально получается. Ну, вы тоже. Это очень простая и непростая вещь. Сделать вот эту вот ежедневную суету, ежедневную деятельность источником практики. Какие здесь могут быть слои? Как это происходит? В первую очередь предлагаю идею, что какова бы ни была эта деятельность, ее всегда можно сделать как-то лучше. То есть сегодня это вот на таком уровне, но завтра это может быть еще эффективнее. Ну, например, с меньшей затратой времени или с большими результатами за то же время. Есть такое понятие у нас, как перфекционизм. И иногда психология это имеет такую негативную коннотацию. Человек слишком перфекционист, он слишком что-то старается сделать хорошо и в этом упускает что-то другое. Как у нас есть поговорка, что лучшее – это враг хорошего. Да? Тем не менее. Вот что если в этой текущей деятельности все стремится делать более и более перфектно? Каким образом этого можно достичь? Наверное, нужно быть гораздо более внимательным, да? Мы часто очень рассеяны, мы что-то делаем, мы думаем о другом, результаты получаются, ну, так себе, могли бы быть лучше. Но если я погружаюсь
точно, всем своим вниманием в то, что я делаю, то результаты, естественно, будут лучше. Верно? За внимательностью следует такое понятие, которое во многих духовных практиках используется как присутствие. Я делаю, и не мыслями где-то еще, а я присутствую здесь сейчас в том, что я делаю. Я кому-то звоню, я с кем-то разговариваю, я готовлю какой-то документ, я могу присутствовать в этом. За этим следует то понятие, которое опять-таки во многих духовных практиках используется как основа, это осознанность. Да, у осознанности есть несколько уровней. Хотя бы поговорим о простой такой первичной осознанности. Если я осознан в то время, когда я что-то делаю, то результаты будут гораздо более совершенны, перфектны. Да? И вот это постоянное стремление к повышению уровня своей осознанности и, главное, к продлению его. Кто может, допустим, поднять руку в ответ на вопрос, находишься ты ли в осознанности во все время дневной активности? Ну, это могло бы быть? Теоретически, да. Фантазии есть на эту тему. И на самом деле в духовных практиках идут к тому, чтобы осознанность была даже 24-часовая. И это не шутка. Я лично признаю, что передо мной сейчас стоит, так сказать, фронтир того, как делать ночные практики. Я еще только ученик в этом, признаюсь. Но осознанность может продолжаться даже во время сна. Но хотя бы в нашей этой деловой жизни, которая у всех у нас есть, вот эта вот суетливая, занятая жизнь, мы можем стремиться к состоянию осознанности и продлевать его как можно дольше. Сначала кажется, что это что-то типа мышцы. Вот она слабая, вот не хватает. Вот я там 5 минут побыл осознанным, потом раз, отвлекся, что-то там меня унеслись мысли, вернулся, да, вот же что я делаю. Опять потом отвлекся. Я действительно, как сказал Володя Майков, побывал во многих духовных практиках. Моей сейчас основной практикой является Дзогчен или Ати-йога. И моим коренным учителем является Чугьял Набхай Норбу. И он много раз нам повторял, что для того, чтобы потом заняться более, собственно, возвышенными, тонкими практиками, то, что называется рикпа или мгновенным присутствием, если кто-то слышал такие термины, сначала нужно научиться быть просто присутствующим в обычной жизни. И он так и описывал, что это тренируется, как своего рода какой-то спорт. Сначала я побыл 5 минут в присутствии, а потом 10 минут, а потом, может быть, на целых полчаса меня хватило. И если быть внимательным к результатам, которые будут возникать в эти 5-10 минут, полчаса вот этой моей деятельности, окажется, что результаты будут гораздо более успешны, если я не отвлекаюсь, если я действительно сосредоточен. Но это первый уровень того, что может развиваться во время этой текущей деловой деятельности. Есть второй, гораздо более глубокий уровень. Я сокращаю, правда, тезисно очень коротко. Здесь можно было бы лекцию только вот на эту тему длинную вести. Кто слышал такое понятие, как карма-йога? Спасибо, будет понимание некоторое. Это тот тип практики, который исторически, как считается, был впервые сформулирован в таком великом духовном труде индуизма, как Бхагавад-гита. Там Кришна говорит Арджуне, что есть такой тип практик, не только бхакти-йога, как там восхваление Бога, чего-то высшего, а карма-йога – это труд, связанный с какими-то идеями служения божественному с большой буквы, вселенной, силе, абсолюту. Термины не важны. Когда я вдруг начинаю осознавать свою деятельность, не только как я стремлюсь к какому-то корыстному результату, что обычно происходит в этой нашей вот деловой активности. Я хочу получить какие-то результаты для себя. А что, если я буду делать эту деятельность как некое служение? Как будто бы это вот мое подношение к Высшему. Сначала это абсолютно контрастирует с нашим обычным корыстным мышлением. Ну как это, для кого-то, почему, тому подобное. Но во многих традициях используют эту идею. Ну, например, если знаете, во многих буддийских ашрамах, в индуистских ашрамах, в буддийских монастырях, часто адепт приезжает, чтобы там пожить, Бога ради, там тебя привечают, кормят. Но говорят, ну хотя бы пару часиков в день, поделай карма-йогу. Ну, там что-то там почисти, помой, там на кухне, там может быть, помочь что-то делать. Кажется, ну это просто такое общежитие. Просто, чтобы нам всем вместе было удобно жить.
А нет, на самом деле у этой деятельности есть глубокий подтекст. Как только я начинаю делать эту практическую деятельность ради чего-то высшего, некие тонкие слои моего сознания начинают развиваться. Оказывается, это само по себе развивает меня. Но обязательно ли для этого жить где-нибудь там в ашраме или в монастыре? Нет, конечно. Я утверждаю, нет. Да, хорошо, что меня тут многие понимают. Это можно, этой практикой можно сделать эту самую свою текущую деятельность. Повторяю, делаю я звонки, продумываю какие-то планы, я пишу какие-то документы, чем мы сейчас чаще всего все занимаемся. Да, мы в огромном количестве коммуникаций, мы вот пишем сообщения, мы пишем письма. Могу ли я это делать не потому, что мне это надо делать, а как некое служение чему-то высшему, чувствуя себя сопричастным? Для западных людей иногда это просто вот невозможно. Настолько вот идеи личной корысти в нас укоренены. Но, еще раз, это возможно и это очень развивает, утверждаю я. Следующий уровень вот такой вот деятельности ради чего-то, когда я полностью сдаюсь, и даже не я делаю эту карма-йогу, а как будто бы она делается сквозь меня. Я растворяюсь в процессе этой деятельности. Ну, начнем с примитивного. Вот чищу я там какие-то овощи. И вдруг уже осознанность, есть присутствие, есть, но нет того, кто чистит овощи. Есть процесс чистки овощей. А я просто как будто бы присутствую при этом. Я просто наблюдаю это. И сам процесс чистки овощей будет гораздо более интенсивным, более качественным, более точным. Потому что вдруг будут приходить какие-то идеи, как это сделать, которые не пришли бы мне в мой логический ум. Это вдруг происходит. Если ты будешь практиковать такой подход в своей деятельности, я уверяю, она станет более эффективной. И это приведет к очень глубокому развитию твоего сознания, к той самой эволюции. И вот здесь вот как раз тот фронтир, тот механизм, который и превращает личностное развитие в трансперсональное. Меня как личности в эти моменты нет. Есть процесс эффективной, интенсивной деятельности, а я всего лишь свидетель этому. И какого рода там переживания будут происходить, ну, это отдельный разговор. Я утверждаю, что это очень глубоко. Но у нас же часто это связано с тем, ну вот давайте сделаем какую-то отдельную практику формальную. Мы там посидим каким-то образом, помедитируем, может быть, подышим, может быть, поделаем какие-то асаны. Ну вот тогда на нас не зайдет это переживание. Нет, совсем не обязательно. Можно вот эту свою деятельность, делая ее как своего рода растворение в самом процессе, использовать как практику развития тонких слоев сознания, которые выходят за пределы личности. То есть то, что называют трансперсональными практиками. Опять-таки, сворачиваю, потому что можно говорить на эту тему очень много. И сейчас предлагаю по этому поводу, чтобы эту тему коротко закрепить, сделать еще одно медитативное упражнение. Закрой, пожалуйста, глаза. Если что-то, может быть, увиделось. Перейду к следующей нашей теме теперь. Вот что такое предпринимательство в узком смысле? Правда, это очень ценно, что здесь много людей, которые чувствуют, осознают себя предпринимателями. Ну, во-первых, что это вообще за такой тип деятельности в нашей вообще человеческой деятельности? Недавно на одной там на экономическом форуме господин Тиньков, такой известный российский интернет-предприниматель, многие к нему там могут относиться к какой-то критикой, но он сказал одну интересную мысль, что это одна из самых напряженных, самых интенсивных и требующих самоотдачи деятельности, которая есть только в нашем социуме. К этой деятельности, утверждают психологи, способны только 5% из населения. Остальные просто не смогут с этим справиться, просто не потянут. Те, кто выбирает предпринимательство, это люди, готовые к риску и, с другой стороны, к большой ответственности. И потом остальные, так сказать, кто психологи, знают, они потом вынуждены прибегать к различного рода там практикам психологической помощи, потому что эта сверхответственность давит на плечи большим грузом, иногда просто уже отнимает все силы.
И тем не менее, большинство из этих людей продолжает эту деятельность. Причем бизнесмены, я утверждаю, это люди, которые сильнее всего сталкиваются с таким базовым нашим страхом, как страх смерти. Потому что перед каждым из них висит страх быть банкротом, потерять все. Я как-то прочитал такую статистику американскую, что те бизнесмены, которые становятся в первом поколении, то есть self-made, как говорят, действительно реально богатыми, ну это что-то более 10 миллионов долларов, они до этого банкротятся в среднем 3,4 раза. То есть кто-то раз, кто-то два, кто-то три, кто-то четыре, может быть кто-то пять, но в среднем медиана там что-то между тремя и четырьмя. Отдай себе отчет. Быть готовым потерять все. Получить разрушенную структуру своей жизни. Испытать очень сильную боль от того, что я вкладывал свои силы, но в чем-то ошибся, не получилось. Оказаться так в фигуральном смысле голым. И снова найти в себе силы и начинать заново. Сейчас в венчурной индустрии, которая там развивается в Силиконовой долине вокруг нее, есть там островок и там у нас в Москве, людей, которые что-то начали, дошли до какого-то уровня и потом обанкротились, ценят гораздо больше, чем те, кто только собираются начинать. Они уже пережили этот крах. И если они готовы что-то начинать, они гораздо более надежные партнеры, в них можно вкладывать деньги. И это не так, что раз ты потерял, больше в тебя верить нельзя. Наоборот. Ты терял, ты старался, ты вкладывался, ты пережил этот крах, и ты упал и поднялся снова. Очень многие люди, один раз ожегшись на этих неуспехах бизнеса, больше не поднимаются, больше боятся войти в эту реку, которая может закончиться крахом. Я признаюсь, на своем опыте, когда я стал заниматься бизнесом, я проходил специально курс психотерапии, чтобы разобраться с этим страхом, страхом банкротства. Посмотреть на него лицом к лицу – это очень непросто. Многие из нас, даже те, кто занимаются бизнесом, они вот так его отодвигают в сторону. А в какой-то момент надо бы с ним встретиться, чтобы разобраться. Я, честно признаюсь, в своей деловой деятельности банкротился 4 раза. Поэтому я пытаюсь представлять, наверное, хватит, наверное, выполнил норму. Кстати, моей деловой деятельности. Мне очень понравилось, как вчера Герман Карельский делился своим личным опытом. Это было очень ценно, потому что это было такой открытостью, да, как он сказал, что он занимался бизнесом, какие-то там моющие средства, а потом понял, не для меня не приносит радости, и ушел. Ушел вот в практике, он там, насколько я знаю, семинары, лекции проводит, да. Короткая моя история. Я был практикующим юристом в 90-е годы. Это было очень непростое, как помните, время. Стреляли. И я участвовал как раз в конфликтной юриспруденции, когда либо обсуждались очень сложные сделки, когда стороны были на грани конфликта, либо когда уже конфликт произошел и нужно им управлять. Поэтому свой основной юридический бизнес, я называю этот бизнес по управлению юридическими конфликтами. Что такое конфликт, когда обе стороны сидят друг напротив друга и говорят: «Ты мне должен!» Вторая сторона говорит: «Что? Да это ты мне должен!» И с этого мы начинаем работать. Очень непростая история. И немногие юристы любят конфликтную юриспруденцию. Она потому что требует большой ответственности и большой отдачи эмоций, вложений энергетических. Собственно, ради того, чтобы быть более эффективным в этой деятельности, я стал изучать психотерапию. Я не дипломированный психолог, но я изучал несколько школ психологии для того, чтобы понять, как быть более эффективным для своих клиентов, которые приходят в состоянии конфликта за определенной помощью. И я понимал, что мне сначала нужно с клиентом поработать, чтобы как-то стабилизировать его состояние психическое, чтобы потом можно было разобраться, что у нас за ситуация, как ее управлять. Так вот, я был неплохо успешным юристом, мягко скажем, несколько выше среднего с заработками, но вот я все, что зарабатывал, я тратил. Правда, я был, как я сейчас говорю, молодой и глупый, можно было там такие капиталы создать в то время. Но у меня не было никакой осознанности по этому поводу. Вот я был как такая труба. Что приходит, то уходит. Что приходит, то уходит. Окей, завтра заработаю еще. Когда я, собственно, приступил вот к каким-то дыхательным практикам, потом в моей жизни случились тренинги личностного роста, и я осознал, что, наверное, есть что-то большее в жизни. Я посмотрел вот на свое общение с этими бизнесменами. Они приходят ко мне за помощью. Я им даю советы. Я управляю их делами. Я явно умнее, чем они.
но они почему-то гораздо богаче. Почему, так думал я? Такой умный, а ну, зарабатываю хорошие деньги, но у меня никаких капиталов, вот там у меня даже близко не могут случиться такие проблемы, как у них. А у них там проблемы, потери больших денег, каких-то ситуаций, разборов с большим количеством нулей, как говорят. Я стал присматриваться к их состоянию, что такое есть в их энергетической конструкции, что позволяет им держать большую массу денег или активов, и чего, соответственно, нет во мне. Это вот такой конкретный внутренний поиск. Что такое в моей структуре не позволяет мне быть настолько же эффективным в работе с большими деньгами, как они? В тот период я занимался НЛП и изучал, да, там, в цикле тренингов. И еще были там тренинги Сюментана, такого мастера Цигун с имидж-терапией. И я придумал сам себе такую визуализационную практику. Я вот такой вот ручей. В энергетическом денежном смысле. Через меня течет поток. Кстати, это у меня очень сопряглось с речкой Ламой, которая есть под таким городом Волоколамск. Я там много раз бывал, как раз на дыхательных практиках, там был такой коллектив из Ассоциации свободного дыхания. Мы там собирались, лето, значит, хорошее поле, там мы прыгали с парашютом, значит, с 3-4 тысяч метров. Это само по себе очень хорошая практика. Можно очень много чего узнать о своем уме. Прыгая, значит, там без парашюта сначала, без открывающегося парашюта с задержкой открытия парашюта, свободное падение и наблюдать, что происходит в моей эмоциональной интеллектуальной системе. Кстати, рекомендую. Очень много можно узнать о себе. И вот после мы ходили купаться в эту речку. Большей частью эта речка, ну, такая вот едва ли по пояс. Такая холодная, приятная речка, ну, надо там хорошенько лечь, чтобы, собственно, нырнуть. Но в паре мест были омуты. То есть такие, видимо, вымоены, где очень-очень глубоко, где даже до дна мне донырнуть не удавалось. У меня было лично такое ощущение, что речка такая слегка магическая, и когда я плавал в этих омутах, там как будто бы русалки водились. У меня было такое ощущение, сейчас вдруг за ногу схватит и утащит. И вот я представил этот образ. Я как поток, такой неглубокий ручеек, но с хорошо текущей водой. А что, если я буду создавать еще такой омут в дне, по которому течет этот ручеек моей денежной энергии? И я каждый день, утром и вечером, знаете, вот в этом полусонном состоянии перед засыпанием или еще между сном и пробуждением, я создавал этот образ и думал, ну что, если вот этот поток течет, ну там появляется омут гораздо больше, гораздо более глубокий, он наполняется этой водой, да, речка течет все так же. А тут еще появляется такой большой объем воды в этом омуте. Вот я представлял, работал с этим образом, абсолютно интуитивно я его придумал. И где-то в 2-3 года у меня стали появляться капиталовложения. Я стал вдруг получать такие возможности, призывы из Вселенной. Уж надо туда вложить кусочек денег, туда вложить. Какие-то там бизнесы, там приятелей в каком-то партнерстве, или там купить что-то, какую-то недвижимость, которая, как оказалось, потом выросла во много раз. Вдруг Вселенная стала преподносить такие возможности, я на них интуитивно откликался, и только сейчас задним умом я понимаю, что это был результат этих медитативно-визуализационных практик. Кстати, в буддизме есть очень много техник визуализации, которые очень развивают тонкие слои сознания. Это так, личный опыт, которую можно применять, я утверждаю. Из этого можно делать отдельные там, длинные техники для бизнесменов. Каким образом создавать определенные визуализации для изменения типа и наполненности своего бизнеса. Вот таким образом, по сути, из юриста я превратился в инвестора-капиталиста. У меня появились еще другие бизнесы, которыми я непосредственно не занимаюсь. Я их просто контролирую как собственник. А сам до сих пор, вот то, что мне нравится, собственно, к чему сложена моя психологическая конструкция, я управляю вот этим вот бизнесом юридическим, по управлению юридическими конфликтами. Теперь поговорим о том, что такое вот вообще бизнес в жизни каждого из нас и надо ли им заниматься. Часть уже признали себя бизнесменами, но часть думает нет. Я выскажу такое смелое предположение, что каждому из тех, кто сейчас еще не бизнесмен, когда-то, возможно, не в этой жизни, придется стать бизнесменом. Почему?
Кому знакома такая идея о системе каст, варн в Индии? Очень многим, коротко пройдусь. Есть четыре основные, одна вспомогательная касты или варны, это как бы сословие, можно сказать, современным языком. Шудры – это слуги, люди, которые только помогают и выполняют приказания других. Есть вайшли – это ремесленники или специалисты, которые что-то такое мелкое делают, но обычно над ними, так сказать, большой властный контроль, и они не покушаются на эти функции. Есть каста кшатриев – это воины, в основном политики, но и самое главное – это крупные бизнесмены, которые создают компании и которые имеют силу ими управлять. И четвертая каста – это брахманы. Это либо чисто священнослужители, которые осуществляют связь божественного, такого трансцендентального с остальными кастами, либо это врачи высшей квалификации, либо это педагоги высшей квалификации. И они занимаются только такой специфической деятельностью. Кстати, не всегда, если вспомнить коротко историю, каста брахманов была высшей. Когда-то каста кшатриев, вот этих управленцев, была высшей. Ну, знаете, как наши все сообщества развивались. Шаманы служили правителям, а не наоборот. И в Индии была целая история, как одна из инкарнаций аватаров Вишну Парашурама ходила и убивала всех кшатриев, которые не желали почитать брахманов. Отдельная красивая история. Кстати, можно сделать по этому поводу один красивый тренинг. Так вот, сейчас Индия считает, что кшатри, вот эти управленцы, воины, политики, они обязаны почитать брахманов, спрашивать их совета, делать им какие-то подношения. Есть еще пятая каста, каста неприкасаемых, которые занимаются там самой грязной работой. Так вот, идея была в том, что человек в череде своих воплощений обязательно должен побыть в каждой из этих каст. Это только позволяет им гармонично развить все необходимые личные качества. Надо побыть и шудрой когда-то, когда сознание еще такое слабенькое, неукрепленное. Потом уже можно оказаться когда-то, благодаря хорошим заслугам следующей касте вайш. Обычно это только перерождение позволяло. Да? Очень редко, когда можно было в течение жизни повысить касту. Обычно это была привилегия женщин. Если женщина выходит замуж в более высшую касту, то она повышается, она переходит в эту высшую касту. Для мужчин наоборот, если он женится на женщине более низкой касты, он понижается до той касты, в которой его жена. Но главное – это в процессе перерождения. И когда-то каждому из нас, вот в чем вывод, необходимо будет оказаться в касте кшатриев, управленцев, бизнесменов, для того, чтобы когда-то была возможность перейти. Ну да, за исключением тех, которые уже в касте брахманов, так сказать. Пусть мы не в Индии, но некое такое распределение нашей деятельности все равно воспроизводится. Это некая очень древняя мудрость. И вот есть люди, которые уже прошли это, и они в касте высших педагогов, преподавателей, врачей, которые работают с таким аспектом чистой мудрости и обучения других людей. Но те, кто еще не там, надо понять, надо будет поработать, надо будет выработать главную способность, это способность быть сильным и широким. И мы сейчас чуть позже об этом поговорим. Так вот, кроме того, что, соответственно, да, смотрю время, у нас такая необходимость есть, не каждому из нас сейчас это дано, даже быть хорошим кшатрием. Соответственно, предлагаю по этому поводу сделать короткое медитативное упражнение. Закрой, пожалуйста, глаза. Я уже сказал, но утверждаю, что много тех тезисов, которые я очень коротко которых коснулся, можно было бы развить в отдельные семинары и тренинги. Вчера был очень интересный круглый стол, который мне очень понравился, когда там обсуждалось очень много аспектов телесности, помните? Там говорились про те вещи, как можно разные образы играть, какие у нас разные бывают жизненные энергии, как это развивается в процессе с точки зрения процессуальной психологии. Я бы обратил внимание, что это в основном было о таком аспекте нашей телесности, как жизненность. Мы же так в общем смысле живем, да? Кажется, мы живем. И очень мало коснулись, только вчера опять-таки Герман немного об этом говорил в своем выступлении, о том, что у нас есть такой аспект, как смертность. И, соответственно, это может быть то главное, в чем мы живем. У Далай-ламы есть такая фраза, что большая часть наших проблем, омрачений нашего ума,
происходит от того, что мы, являясь смертными существами, пытаемся жить, как будто бы мы бессмертны. И это очень большая ошибка. Страх смерти – это такая категория, которая постоянно в нашей западной культуре гонится прочь. Не хочется об этом думать, не хочется соединяться. Сегодня вечером будет фильм по учению Кастанеды, замечательный, на мой взгляд, фильм, который сделал Володя. Это учение, в котором смерть считалась лучшим советчиком, который стоит у воина-мага за левым плечом на расстоянии вытянутой руки. И только когда человек мог перейти в это осознание смерти, как того, что присутствует каждый момент, и смерть как бы могла похлопать его в любой момент по плечу, и это обозначало бы конец этой жизни, вот только тогда он становится воином и может стать на путь духовного развития. Коннотация с понятием смерть – это создание чего-то ценного. В бизнесе, так или иначе, какова цель – это создание капитала, его увеличение. Да? И обычно потом, что с этим капиталом нужно сделать в западной цивилизации? Оставить наследников, да? Потому что никто не может забрать этот капитал в следующую жизнь. Невозможно. Я утверждаю, что вот эту идею бизнеса, то есть система мышления, которая свойственна бизнесменам, увеличение капитала, можно еще таким образом перенести в духовное развитие. Осознавать, что стоит создавать капитал, который можно будет забрать за пределы этой жизни. И это, конечно же, не финансовый капитал. Это капитал осознанности. Это капитал вот этих трансцендентальных, сверхличностных состояний. Потому что когда придется растождествиться с этим физическим телом, вдруг окажется, что там нужны другие способности. И, к сожалению, в западной цивилизации практически нет такого разговора, таких идей, как к этому подготовиться, как развить в себе эти способности. Мы никогда не смотрим на проект под названием «Череда жизней». Мы всегда смотрим на проект «Вот она жизнь». Чего я могу достичь, да, вот там что-то создать, рали-вали, ну и ладно, потом позже. Я приглашаю к идее, что настоящее, можно сказать такое в кавычках, бизнесовое мышление, которое выходит на духовный уровень, это что такое создание вот этого духовного капитала, капитала осознанности, который может быть ценным в линии жизни. Изучать это и готовиться к этому. А то, что еще параллельно поработать с финансами в этой жизни, это просто как такой инструмент временный. Такая идея очень несвойственна, но на самом деле, может быть, является самой главной и ценной, которая только может быть у каждого из нас в этой жизни. Теперь уже близко к окончанию, 3 минуты рекламы с разрешения организаторов. Для меня это действительно некая новая деятельность на новом уровне. Я до сих пор считаю, что я все еще ученик и духовный искатель. Ну, поступают разного рода призывы проводить когда-то семинары, лекции, даже то, что сегодня вот я охватил, из этого можно сделать там целую череду семинаров и лекций. Если тебя тронуло то, о чем я говорил, если были какие-то ценности, которые ты ухватил, если у тебя есть интуиция, что я могу быть для тебя на этом пути полезен, я не знаю сейчас, в каком режиме. Буду проводить в будущем какие-то семинары, лекции, мастер-классы. Если у тебя будет заинтересованность, тут будут лежать на столе визиточки, можно будет взять и написать письмо, чтобы потом, когда я буду это производить, тебе пришла информация, что я буду выступать с такой-то, такой-то или такой-то темой. Там будут темы, касающиеся исключительно духовных практик в ведантийском стиле, в буддийском стиле. И, соответственно, что-то о бизнесе. Я топлю, как говорят на жаргоне сейчас, за то, что мы можем интенсивно совмещать деловую активность, вот эту, в кавычках, суетливость, занятость, с духовными практиками. И теперь прошу снова закрыть свои глаза. И сейчас мы сделаем еще одно маленькое медитативное упражнение. Потому что там использованы кусочки интервью со мной. На самом деле я до сих пор очень удивлен, что что-то из того, что я говорил на тему практик Кастанеды, которым я уделил в свое время несколько лет, Володя Майков поиспользовал и ставил наряду с такими там грандами этой мысли,
которые лично знали Кастанеду. Но, на мой взгляд, искренне, не в виде лести Володи, который здесь присутствует, это лучший фильм в той череде, который он снял, в котором действительно есть вот та трансцендентная сила, тот дух, который проникает сквозь образы. Знаете, как бывает, вот конкретная картина или вот конкретные слова, а как будто бы там проникает что-то сквозь. Так бывают хороши некоторые иконы. Мы смотрим и уже видим не только изображение, или буддийские танки, когда мы видим не только изображение, а ту силу, которая проступает сквозь. И если мы соединяемся с ощущением этой силы, то мы сами расширяемся как воспринимающие существа, и мы осознаем гораздо большую собственную глубину, свою истинную природу. Вот я искренне приглашаю тебя на этот фильм, чтобы посмотреть его, как будто бы ты делаешь практику. Что это не некое шоу, не некое развлечение. Даже если ты, кстати, уже видел этот фильм, посмотреть его еще раз, он достоин того. И сделать это как практику. Расслабиться, открыть сознание и просто воспринимать тот поток как самих образов, так и того, что идет сквозь них. Я утверждаю, что там это есть. Ну и можно сказать, таким образом мы еще раз встретимся и пообщаемся. Спасибо большое. У меня вопрос, вы описали в образах, метафорах, ощущениях бизнесмен, да, он берет на себя риски, он широкий, он сильный и так далее, и так далее. А как бы вы описали сотрудников компании, больших компаний, больших предприятий, компаний, скорее, не интересует, среднего уровня руководства и высшего уровня руководства. То есть те, которые сами не берут риски на себя, но они являются частью. Я понял вопрос, но, во-первых, можно тут способ говорить. Я, во-первых, утверждаю, что на любом уровне деятельности человек принимает на себя и какие-то риски, и какую-то ответственность. Здесь вопрос этого выбора. Кто-то действительно, помните, находится в опыте, нужно побыть еще шудрой. Да, но даже шудр должен быть внимательным, осознанным, чтобы расти. И, соответственно, это просто размер ответственности и размер риска. Ведь любой работник, например, он рискует потерять эту работу, если он будет действовать неэффективно для организации. Соответственно, это что-то, тем не менее, такое же, как у бизнесмена. Просто бизнесмен делает такого же рода деятельность, соотношение рисков, ответственности, интенсивности усилий, просто на большем уровне, в большей ширине. И возникает некое новое качество. Но развиваться можно в процессе любой этой деятельности, повторюсь, если делать ее как практику. Это главный призыв. Да? Вот у меня некоторые внутренние несогласия, которые я выражу. В форме ответа, вот эта практика осознанности, если ты, например, там картошку чистишь, да, и непрерывно осознаешь, так сказать, каждое свое движение. Вот в буддийских монастырях Бирмы, там человек практика осознанности, он ходит непрерывно в узком пространстве и осознает, такие практики, да? И осознает все свое движение, там такая. Да? Но к чему ведет практика такая? К тому, что человек переходит в измененные состояния сознания через некоторое время. То есть происходит перенасыщение сознания, как бы сознание сужается, и потом переходишь к какому-то очень мощному визуальному ряду вот, в форме притчи, сна наяву там, и так далее. Да? То есть практика осознанности, как вот непрерывная практика, она никуда не ведет. Она ведет именно в бессознательное. А хочу еще сказать, что, так сказать, все творчество реализуется из бессознательного, а отнюдь не от непрерывного осознания, так сказать, как ты чистишь картошку. Это первое. Второе. Вы, как бы, так сказать, романтизируете во многом, одухотворяете деятельность бизнесмена, приписывая, как бы, так сказать, некоторую, высшую смысловую духовность, стоящую, которую можно приписать и, так сказать, да? Но это мне немножко напоминает, помните фильм тот самый Мюнхгаузен, когда представитель магистратуры, там его приятель Мюнхгаузена, да, в ответ на когда Мюнхгаузена упрекают, что у него там записан четверг, там подвиг Востока-то, да, он говорит, нет, ничего тут такого странного, я тоже в магистратуру иду как на подвиг там и так далее, да, то есть он свою такую рутинную деятельность приписывает ей, так сказать, глубокую духовную осмысленность. Так вот, что мне кажется, если, так сказать,
бизнес неодухотворенный, ну вообще просто, так сказать, ну человек зарабатывает деньги, производит какой-то, может быть, там, не знаю, частный товар, то вот эта наклейка на него, что если он будет думать, что это очень, так сказать, духовная деятельность, а это может быть никчемная деятельность, это тоже путь в никуда, поскольку, так сказать, если ты хочешь духовности, занимайся духовностью, а не... Тут можно подвести любое зарабатывание денег под шапку, так сказать, великой духовности, что ты, так сказать, человечество обогатворяешь, что, ну, в общем, обогащаешь. Вопрос в чем, если это вопрос? Вопрос в том, что, мне кажется, вы во многом подменяете, романтизируя, так сказать, да, и приписывая особую духовность, так сказать, бизнесу. Я понял. Вопроса нет. Спасибо вам за ваше мнение. К сожалению, не могу согласиться. Но это тема отдельного разговора. Если бы мы с вами оказались на диспуте с достаточным количеством времени, могли бы более детально обменяться этим мнением. Если вопросы есть, вы продолжите следовать расписанию. Это, наверное, немножко в догонку того, что сказал, к сожалению, задал имя. Я, когда вы рассказывали, пытался к своему бизнес-процессу применить ваши слова. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Ну, я для себя нашел следующий ответ, что на самом деле не важно, какая это деятельность, вопрос в том, как ты к ней относишься. И она может быть даже социально там неодобряемой. Кто-то там табачный магазин у него, допустим, да. Но с другой стороны, вопрос, что ты чувствуешь при этом, то есть как бы делая это. Я вот для себя так ответил на этот вопрос. Если ты чувствуешь, что как ты находишь, вот вы называете это оправданием, но это не оправдание, это взгляд на вещи просто. Я соглашусь очень коротко. У Оши есть такая красивая притча на эту тему. В свое время она меня тронула. Пришел к мастеру вор, профессиональный вор, социально неодобряемая деятельность. И говорит, ну что ты мне, мастер, посоветуешь? Вроде я слышал, ты там каким-то духовным истинам учишь. Ну вот я ж вор, я больше ничего не умею делать, я привык этим жить. Ну что ты мне такого скажешь? Мастер сказал, не вопрос, продолжай, пожалуйста, заниматься своей деятельностью. Все, что я прошу тебя, быть очень осознанным. Вот как ты готовишься к этому акту, как ты потом это делаешь, как ты потом наслаждаешься плодами этого. Просто будь внимательным, когда ты это делаешь. И продолжай. Ну, потом приходи как-нибудь, расскажи, что получилось. Через какое-то время этот вор пришел и сказал, что ты со мной сделал, мастер? Я не могу теперь этим заниматься. У меня какое-то отторжение, когда я вдруг понимаю, что это нанесет некий ущерб другим существам, просто не получается мне это делать. Что ты со мной сделал? Ты как-то меня изменил? Это если коротко. Притча там чуть длиннее. Безусловно, в первую очередь осознанность, которая потом может приводить к изменению самой сути этого бизнеса. Ключевое, да, не романтизировать ее, а действительно углубляться и находить не только аспекты первичной осознанности, а то, что называют вторичным или мгновенным присутствием, когда любая деятельность будет развитием. Ну, спасибо большое за ваше время. Большое спасибо, Григорию. На рабочем столе визитки Григория для тех, кто хочет получать информацию о его будущих семинарах. Пожалуйста. Здесь сейчас продолжение будет Вера Сажа.